Друзья, всем доброе утро. Хочу с вами поделиться о том, как я быстро за 3 минуты делаю такой шоколадный торт в микрогале. Значит, что для этого нам нужно? Яйцо. Мы его разбиваем в тарелочку. Можно тортик этот делать. Он довольно маленький. Достаточно для этого тарелка. Перемешиваем. Дальше не имеет значения, в какой последовательности вы добавляете ингредиенты. Значит, я беру какао 3 столовых ложки. Раз. Два. Три. Потихонечку можете сидеть, поставить на журнальный столик, не обязательно на кухне. Не спеша. Секунду, я к вам вернусь. Вот. Следующий шаг — это масло. Любое масло. Подсолнечное, канола. Но только не оливковое. Добавляем 3 столовых ложки. Раз. Два. Три. Следующий шаг. Часто в рецептах пишется добавить ваниль, добавить разрыхлитель. Я же покупаю уже готовый.